Лиза, мы нахуй пошли. А зачем вы туда идете? Хотя это ваше дело, взрослые девочки, куда хотите, туда и ходите. Что это я? Но и ты бы так громко не объявляла об этом. Могут не так понять. Дим, ты такой красивый в этих очках, смущайся. Нет. Не буду. Лорд Петик. Что ж. Меня жена тоже постоянно спрашивает, красавчика смотришь? Как? Опа. Это кто там так тачку свою не бережет? Не вышло. Не вышло немножко. На что я отвечаю? Нет. Что ж. Отвечать ты, конечно, можешь что угодно. Но мы-то знаем, что ты смотришь, красавчика. Тебе не спрятаться от этого. Скоро, чат, мы пойдем стрелять из лука. Но это не точно. Потому что они до сих пор время вайпа не сказали. Блин, в смысле сбилась хилка?
Опа, на сегодня вопросы морали и проблемы блудниц. Каких блудниц? У нас вот таких в чате нет. Эльвиры же нету. Тогда нет. К очкам привык, смотрю. Да, к этим, кстати, намного проще было привыкнуть. Но они еще и больше. Они мне увеличивают угол обзора. Ну как они больше? По вертикали они чуть побольше. По горизонтали они, наоборот, покороче. Но мне, типа, здесь и не надо. Со мной чат не общается? Блин. А почему вы со Снупи не общаетесь в чате, чат? М? Почему вы со Снупи не общаетесь? Проблемы со зрением или нулевки очки? Не, не нулевки. Зачем нулевки? Я бы не носил бы очки. Где-то у меня астигматизм, и возможно из-за этого мне стало сложнее чуть-чуть в PUBG в пикселях выглядывать, ну, высматривать челов. У меня буквально стекла на 0.7-0.5, что-то такое, ну, в общем, не сильный минус. И астигматичное стекло. Мама запрещает с незнакомыми общаться? Ну, все правильно, нечего с ними общаться. Ты что, дурак бешеный? И где? И где ты? Ну, блядь, ну боже мой, ну пикни ты, ёб твою мать, ты же не получил урона. Чё ты там бегаешь? Блядь, боже мой! Я не могу попасть по нему. Вот такой вот я снайпер. Надо было лук взять, да. Лук бы попал. Ну, я, мне кажется, слишком сильный этот беру. Предикт. Слишком сильный предикт.
Блять, опять я мимо трюканул. А ну-ка встань. А ну-ка встань смирно. Встань смирно, сказал! Встань смирно! Что? А как это, блин? Куда? Куда пулька ушла? Чего, блядь? В смысле он меня видит? Что за хуйня? Сверху что ли чел летал? Ух ты ж, блядь.
Сейчас из воды будут вылезать, кстати, чего? Почему у него так мало шотов было? Он уже достаточно пострелял? А есть гранаты какие-нибудь дымовые, нет? Обидно. О, чатик. Смотрите, тут какие приколы есть. А я думал полутанный, а он не полутанный кек. Хорошо, что я проверил. Чел же где-то за взорванной машиной, да, валялся? Блин, я не найду. Вот, нашел. Серьезно? Блин. Ладно, у него семерок нету. У меня семерок, вон 20 штук, чат, это несерьезно. А в том щели были семерки? Я сбросил немножко семерок. После вайпа один будешь или сразу пачкой? Да сразу пачкой мы договорились. Мяу-мяу. Жалко, многоразумнее нет глушителя. О, вот же еще чел лежит. Сам не тот. У меня такое. Чат, а где он завалился?
Он же вот тут где-то должен, да, лежать? За зоной. Мне его не найти. Ух ты. Там чуть от зоны еще погорит. Бля, он вообще не шевелился. Он вообще не шевелился. Что ж, хорошая катка вышла. Что в ней было такого примечательного, сейчас не припомню. Но название обязательно надо будет мощное закатать. Какое-нибудь, типа, не знаю. Комменне?